Валерий Дидюля известен виртуозной игрой на гитаре. Он создал группу «Дидюля», гастролирует по миру. И хотя прославился как артист, регулярно появляющийся на фестивалях и концертах, немногие знают, что Валерий писал музыку для фильмов. Его по праву можно назвать и талантливым композитором. В биографии гитариста присутствует не только творчество, но и семейные скандалы. Мужчина был женат на девушке Лейле. У них родился сын. Также музыкант стал отчимом дочери супруги от первого брака. Несколькими годами позднее Лейла и Валерий развелись. С детьми музыкант практически не общается. Позднее Валерий предпринял новую попытку построить счастливую личную жизнь и женился во второй раз. Его жена Евгения работала в музыкальном коллективе «Дидюля». У супругов родилась дочка. Но, к сожалению, и этот союз распался. В 2020-м музыкант объявил о разводе. Сейчас деятельность группы «Дидюля» идет своим чередом. Команда ездит по городам России, странам СНГ и США. Артист активно сотрудничает с российскими и зарубежными звездами, спортсменами и творческими коллективами.